1948. Японская компания Yanmar известна производством дизельных двигателей, а также строительной и сельскохозяйственной техники. Одна из последних разработок – линия компактных комбайнов для работы с рисом и другими зерновыми культурами. Машина скашивает рис, зерна через молотилку и помещает их в отдельный бункер. Стебли и листья нарезаются в мелкий компост и сразу же высыпаются на поле. Субтитры сделал DimaTorzok.